Сейчас с Миланой будем делать леденцы, как мы делали это в детстве. Для этого нужно будет сахар, любой, вода, специальная какая-нибудь посуда, в которую можно это все дело варить. Лимонная кислота есть. Есть у нас вот такие ложечки, куда добавим. И есть еще формы силиконовые, которые можно в духовку. И вот такие палочки. Есть палочки и есть еще посыпушки всякие для пирожные. Миланочка будет это украшать. И газ. Так, возьми лимонную кислоту, Милан. Лимонную кислоту берем. Да, открой чуть-чуть. Сейчас мы отсюда его... Сколько сахара, я точно не знаю. Просто чисто наугад давайте. Сколько-нибудь. Да, сварим. Вот так. Чуть-чуть добавь. Сколько? Капелюшечку, потому что много не надо, Милан, тут будет... Это плохо. О, все, хватит. Берем, добавляем сюда. Воды. Я не знаю, сколько, конечно, воды надо. Папа, ничего главное, нет, чтобы мы получили густоту потом в итоге, Милан. Вот. Первый раз карамель. Да. Так, давай ставь. Ручки у нас пластик. Так. Ставим это все дело сюда. И надо будет мешать только аккуратненько это все дело. Дай там тарелочки, Миланочка, чтобы... Конечно. И нужно будет сейчас дождаться, когда вскипит. Будем помешивать. Все у нас уже почти готово. Давайте выключаем сейчас. У нас здесь вытяжка еще работает. Чуть-чуть берем и проверяем здесь. Вот, уже получается. Чтобы это у нас не сгорело. Вот. Так. Аккуратненько. Аккуратно. Я сыплю. Да. Ложи палочки. Палочки ложи быстрее. Аккуратно только очень. Да. С другой стороны. С этой. Ага. И с другой, да. Аккуратно не дергай, а то может это. Кстати, руки убери, да. Обойди туда. Давай. Обойди, обойди. Мне сюда налить надо. Смотрю, что будет. Давай еще вот, вон ту штучку, Мила. Палочки? Да. Палочки надо? Достань. Две это там, да? Достань быстрее, аккуратненько. Так. Так, ставь туда палочки, посыпушки делай, какие хочешь. Очень так, аккуратно палочки. Только. Какие? Так. Вот эти, что ли? Нет, маленькие ставь. Ну, все, одна аккуратно так. Не-не, большие ставь. Вверх тормашками. Вот так. Вот так? А упадет, наверное? Ну, я не знаю. Нет, наверное, пап. Нет. Понял, сломай, попробуй. А ты возьми этот. А, тебе не хватает, что ли? Так у меня же много таких палочек. Много? Ну, как их туда поставить-то? Ладно, давай сыпь посыпушки, какие хочешь. Самое главное посыпушки. Одна их. Мне вот это больше всех нравится. Так, попробуем. Тоже посыпать? Это надо в морозилку, наверное? Нет, ты что? Зачем морозилку? Ну, в морозилке не застывает, а вы маслом не помазали, да? Нет. А зачем? Ну, что будет, то будет. Достать. Да, это же... Что уж получится.
Если, если что, из тебя новые силиконовые эти формочки. Да. Запечатлело. Тут еще насыпь вон. А почему они темные этот? Вот такой. Mm. Давай тебе насыплю сюда еще. Почему? Добавляли какой-то вкус? У нас же специально это коричневый сахар. У нас не белый сахар. Мы сами такое хотим. Все уже застывает. В первый раз делал, а от ложки точно делал? Наверное. Сейчас с папой еще ложки добавляем. Короче, вот такая штука. Сейчас посмотрим, когда это застынет. Подождем. Вот, и потом покажем. Дали мы леденцы эти. Получилось, конечно, все красиво, но кушать невозможно, да, Милан? Горькое. Жесть, какое горькое вообще вот это все хоть дело. Хоть мы не передержали. Но вообще, ну мы просто использовали сахар коричневый, да. А надо было белый обычный сахар и еще перебрали чуть-чуть лимонной кислотой. Ее вообще туда ложить не надо. Мы в детстве не ложили лимонную кислоту. Но в этот раз что-то посмотрели видео и решил добавить. В итоге фигня получилась. А так, вот эти формочки очень хорошо, кстати, подходят силиконовые. Они просто сами достаются оттуда и остаются чистыми вообще. Но чтобы быстрее это заморозилось, взяли кастрюлю, закинули туда вот в таких вот формочках. Вот попробуй сейчас достать, Милан. По бокам понажимай, да, и достань. Она еще жидкая. Ну, ее возможно достать. Вот, попробуй ты достать. Так нужно? Да, вот, вот все. Раз и готово. И формочка тоже остается, в общем-то, чистая. Чисто. Ну-ка, попробуй. Вообще формочки классно получаются, да? А, получается такой чупик. Прикольный. А можно много заливать, да? Да. А, смотри, делают еще яблочко и сверху карамелькой обливают и застывают яблоко в карамель. Ну вообще нет. А с ложечкой держу. Давай посмотрим. Попробуй чуть-чуть. Ну чуть-чуть просто я попробуй. Я попробовала. Нет, фу, это просто фигня. Нет, так, а с ложечки еще не застыло? Почему не застыло? Но еще горячее, горячее даже. Надо чуть-чуть, чтобы тепло забралось. Угу. Может даже так. Так что масло не обязательно наливать, потому что масло будет вкус просто противный. Вот это люди показывают почему-то. Типа делают в формочках масло, чтобы было классно. Потекло. В итоге ничего классного. Это красиво. Запах масла будет. Ну, очень красиво, но... Нет, очень... ты это не ломай. Вот так. Вот так, нет. Надо чем-нибудь вот сюда, ножичком каким-нибудь. Да. Нет, все, мам, минус ложка твоя. Минус ложка. Ложки. Она еще не застыла. Но вот когда застынет до конца. Ну, смотрите, если минус ложка будет. Но невкусно, да, Милан? Вообще ужасно. Короче, самый лучший вариант. Возьмите вот такие формочки. Вот они, силиконовые. Любой силикон. И туда можно вот так вот заливать, делать посыпушки. Легко отходит, да? Да. Очень удобно. Еще классно то, что вы можете так быстро в холодную воду опустили, и она этот застывает, схватывается. И все. Вот а и формочки чистые. Вот прям вот для льда маленькие можно туда. Еще меньше таких получится. Силикон главное. Силикон, да. А то перепутают льда. Для льда это есть такие пластиковые. Нет, они сплавятся. Маленькие. Именно должно быть силиконовые. И вообще можно классно, конечно, украшать. В общем, у нас получилось, Милан. Нет, у нас получилось. Просто мы сахар использовали, лимонной кислоты много насыпали.
А так сделаем обычный сахар белый. Сейчас без сделаем. Кислоты, да, и получится, думаю, нормально. Сейчас сделаем? Угу.